те предложения, которые выработаем сегодня, они, конечно, войдут в соответствующую народную программу. Но еще раз хочу сказать, меньше воды, больше конкретики. В штабе общественной поддержки проходит очередной круглый стол. Тема для края и России немаловажная – патриотизм. Депутаты и общественники обсуждают вопросы патриотического воспитания в образовательных учреждениях и роль молодежи в сохранении исторического наследия нашей страны. Обсудили достаточно большое количество вопросов, в том числе и связанных с воспитанием детей, с работой школьных музеев, поисковых отрядов, в которые активно включаются школьники, но и в том числе ветеранское сообщество, те проблемы, которые характерны для них. Чтобы привить детям патриотизм, они прежде всего должны напрямую общаться с ветеранами, считает председатель общественного движения ветеранов Иван Воробьев. Старшее поколение передает свой опыт, и это проверено веками. Однако все условия для общения должно создавать государство. И когда государство демонстрирует на практике свою заботу и защиту, социальную поддержку ветеранов боевых действий, ветеранов войн, естественно, ветераны Великой Отечественной войны у нас должны быть в приоритете, но и другие категории тоже, то молодое поколение, по сути, тем самым на практике воспитывается и видит позитивный пример на деле. Важен не только патриотизм у юного поколения, но и у всех жителей края. Заставлять любить родину, по мнению депутатов и общественников, недопустимо. Необходим комплексный подход. Реализация тех или иных положений законопроекта, которые были бы направлены, в том числе моральное, материальное стимулирование, а самое главное идеологическое стимулирование, внутреннее формирование внутреннего содержания этого человека, то тогда, конечно, мы взрастим и будем поддерживать патриотизм в каждом из нас. Все предложения, которые обсудили за круглым столом, войдут в народную программу. Еженедельно в штабе народной поддержки проводятся встречи по различным направлениям, принимаются наказы от неравнодушных жителей города. Внести свои пожелания в народную программу можно и на сайте, который вы видите на экране.